Доброго времени суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем кооперативное прохождение чистого ванильного Майнкрафта. С вами я, Костя, Димон. Всем привет. И Антоха. Всем здорово. Мы продолжаем наше путешествие на границу плоского мира. Сервер мы перезапустили. Ну и вроде как теперь нормально работает. Если грибочки увидите, собирайте их. Что ты, Димон, делаешь? Мне надо такие деревья в мою коллекцию. Кстати, у меня кстати, не сразу... О, что-то упало. У меня тоже не сразу. Дим, кто-то... Антоха, возьми грибочки, а то у меня места нет. Да. Пошлите дальше. Деревьев можно было бы подрубить, хотя ладно. Да, идем дальше. Антоха, ты идешь? Да, еду. О, тут сколько поляна грибов. Собираю их все. Поляна классная. Димон, ты саженцы собираешь? Так у нас есть такие, у нас дофига уже таких. У нас же есть куча причем. Садовник. Так. Тут можешь еще собрать саженцы, дерево. Дерево. Найдем. Да, что-то блоки странно как-то. Где он делся? Костя, ты где? Я... вот. Вот он. Не надо ничего собирать. Блоки не сразу что-то разрушаются. Ничего не выпало с него. А куда идти быстрее, говори? За мной. Ух, опять началось. Да, опять тормоза. Что тебе там, что там включено у тебя? Да ничего не включено. Никакие там. Два дерева почти. Можно их срубить. Не надо. Идти подойдем. О, лава тут, смотрите. Нифига себе. Током тебя туда. Так, у меня нет кирки. А, нет, есть кирка. Там аккуратно стрит, еще есть открытые участки. Песок тоже там забирайте весь. А это все руды, которые из которых кусочки выпадают, моей киркой надо всковыривать. Нет. Кстати, обсидиана нам тоже надо взять. Зачем? А для нижнего мира нам нужен, чтобы мы могли бегать свободно, если заблудимся, сделать портал. Кстати, у кого там гнилая плоть, забирайте. Еще яйцо откуда-то взялось. Что-то еще такого. Так, ну тут сковырнуть-то надо, но там под низом тоже лава, поэтому надо
А чё, гнилой плотик никто не взял? О. Ну, поэтому надо сначала снизу затопить лаву. И камень тоже там забирайте, и железо. Да ёх, она не смотрит. Оу, 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 блин! Стоять! Осторожней. Я чуть кирка там не это. Не накрылась. А тебе какая кирка? Это железная. Ты что, выронил ее? Смотри, там не попади в лаву. Так, ну тут часть можно уже всковыривать. О, уголь еще. С него опыта вообще не выпало. Так. Хорошо, хоть моей киркой зачарованной он гораздо быстрее всковыривается обсидиан. Потому что так это было бы архидолго. Обычный алмазный. Антоха, ну, сейчас я затоплю. Отойди чуть. А откуда здесь булыжник взялся? Давай, Димон, долби, а я заливаю. Тут, ну, сейчас я алмазное сковырну. Погодите. Стоп, не ковыряйте там. Все, можно ковырять. Дальше. Сейчас гляну, сколько. 7 штук надо еще. 7. Ну вот, сверху бери. Ну, сверху беру. Только что тут они бахнули. Так. Оп. Так, а то там темнеет. Еще булыжника лежит. Все, поехали. А еще 7 штук не всковырено. Раз уж мы обсидиан нашли, то надо его выработать. 14 штук, ну еще пару штук. Там сверху что-то роет. Ну, в принципе, 17 штук можно идти. Ничего себе. Что-то там такая ложбина. Да осторожнее, блин. Там это...
Где Антон? Я здесь сверху. Ого, там гравий, кстати, есть. Хрен с ним гравий. Ух ты. Интересно, это оно все, по идее, заледенело. Так. Сейчас посмотрим. У кого что есть, надо опять чуть рассортировать. Нет, уже все забито. Что, все забито? Да. А булыжник есть у кого-то? Да. Забирай тогда булыжник. А ель есть? Да. Тоже забирай. Ну все, идем. Так, сейчас я карту поставлю. Железная руда, давайте. У меня нет железной руды. Если уголь, то мне давайте. Уголь кому? Мне. Не, уголь я не дам, мне надо эти факелы. А факелы мы дома сделаем, из этого не делай. Из все, уже поздно. Из древесного надо делать. Да. Все, поехали, поехали дальше. Да, давай, быстрее. Так, надо меч поставить. Карта. По карте мы чуть отклонились. Ого. Не расходитесь. Там крипер идет. Так. Ого, сколько яиц. Грибочки. Ого, осторожно, тут криперов много. Ого, с них по две гнилые плоти выпадает. Так, куда идем? Грибочки соберите. Некуда. Так как некуда, Антохи есть. Так, по карте. Ну, лучше, наверное, так вдоль пройдем, чтобы не через тайгу. Где Антон? Здесь. Что-то тут долговатенько. Скелет напоролся. Ух ты, тут какая-то пещера. Хм. Выход с другой стороны. Подземный переход. Да. Ух ты! Ничего себе, там озеро лавы такое. По стенке там ползет. Куда идти? И цветы там рядом. На озеро. Ого! Я чуть в бездну не провалился. Кстати, там грибов тьма. Забираем грибы. Уголь еще есть в стене.
блин. Место уже. Опа-на! Там маленький на меня идет. Маленький? Где? Крипер. Ой. Крипер сзади. Блин. Сколько забрал? Три. Ты это, лучше свою куртку не используй, а то стальная броня лучше. Не, нету ничего, все сломалось. Кстати, у кого там гнилая плоть? Возьмите. Гнилую плоть забрали? Да. Кто там еще стреляет? А что у тебя на башке? А? А, у тебя шлема нету. О, да, у меня шлема нету. Так, по карте нам вот туда. Так, где мы все? Так, покушайте. Крипер разбился. Че себе, там водопад какой-то. С картой минус в том, что, блин, она место сильно закрывает. Обзоры закрывает. Ё-моё, крипер. Еще скелет и еще крипер. И зомбик еще. О, это аккуратно. Кстати, Димон, ты без штанов бегаешь. Подлечитесь. Что, серьезно? Да. Блин. У тебя первый брони так вообще, считай, нет. Теперь вот так вот. Сколько у тебя этих комплектов? У меня они прочность 2, защита от снарядов 3. Я имею в виду над сердечками сколько бронежилетов? 4. У меня 6,5. Тебе аккуратно. Куда идем? Надо быть. Вот сюда. Похоже, горный биом. Кстати, факелы есть у кого-то? Да. Потому что у меня последний остался. Оп, яма. Какая-то пещера. Ого. Ничего себе. Глубокая. А ну, осветите, наверное, это место. Ух, нифига себе, там провал какой. И что-то внизу я там только что увидел. Там, по-моему, что-то поблескивает. Ох, сверху скелеты. Осветите это место. Сейчас. Или дайте мне факелы. Осветите это место. Святой воды. По-моему, там вполне возможно даже это сокровищница. Как бы нам туда прорыть проход? Кстати, у нас время серии подошло к концу, и с новой серии мы туда как раз
полезем. Я сейчас здесь козырек сделаю небольшой. Там вода журчит какая-то. И посмотрите, чтобы сзади. Опа, что за гоблин какой-то. Аккуратно тогда. Сейчас мы эту серию завершаем. Я уже внизу почти. Итак, всем спасибо, что смотрите нас. И до встречи в следующей серии. Угу. Всем пока. Всем пока, увидимся. Всем пока.